Здарова, дружище! 2 года уже бдим за игрой. Многое повидали, и одно ясно. Игру с момента раннего доступа знатно допилили. Видос будет обзорным. Расскажу и покажу, что нового отсыпали разработчики. А также укажу на некоторые приятные мелочи, которые мог с непривычки не заметить, но они сделали игру приятнее. Еще в планах видос по боссам, но пока не знаю, как поступить. Потому что прохождение на легкой, нормале и брутале капец как отличаются. Начиная с общей сложности затыкивания в целом, заканчивая сменой поведения боссов в бою, где даже безобидные боссы получают фазы, новые скиллы и усиления уже имеющихся. Так что если надумаю, видос будет о брутальной сложности, так как от нее больше профита при просмотре. Кстати, если уже играл в Rising, играй сразу на брутальной сложности. Да, будет потнее, но кайф получишь 100%. Ну или как минимум нормал. Потому что легкая, ну она совсем легкая. И скорее всего пролетишь ее очень быстро и вообще ничего не поймешь. И еще момент. Если ты сюда набрел в поисках ответов на вопросы, по типу, где найти какие-то ресурсы, как попасть к Адаму, или просто хотел получить немного базы по игре, советую посмотреть вот эти 2 видоса. Тот, что справа, конечно, совсем уже подустарел, по части скиллов, особенно и боссов, но все еще полезную информацию какую-то может дать. К тому же видосы не обязательно смотреть полностью, там стоят временные метки, поэтому по ним можешь быстро побежаться и посмотреть те моменты, которые именно для тебя важны. Теперь пошли к тому, что принес релиз 1.0. Телепорт замка. Вот за это целую мысли разработчиков, потому что наконец-то можно максимально безгеморно перенести все, что понастроил, в новую точку. Все, что нужно, притопать в новую точку, поставить сердце переноса, связаться с основным, затем у тебя появится в доступе все, что ты там понастроил, разместить как душе угодно и завершить связь. Старое сердце развалится, а новый активируется, перенеся все, что у тебя есть из того замка в этот. А все, что не перенесешь, оно разобьется на ресурсы и скинется тебе в транспортировочную сумку. Так что потерь не будет от слова совсем. Новый вид крови, дракулин. Честно говоря, как по мне, это такая же бадья, что и мутантская. Не то, что прям совсем плохо, но глобально все равно это существенно хуже и менее юзабельно, чем классические виды крови. По циферкам у нас что? Повышается скорость передвижения ночью, больше дамажим по тем, у кого здоровье меньше 30%, увеличивается исцеление от восстановления здоровья кровью, наверное, единственная полезная вещь из всего этого, и получаешь еще один дополнительный заряд укуса, восстанавливающий при этом 5% от ХП при убийстве врага с помощью все того же укуса. Ну и по классике, последний грейд повышает все эти эффекты на 25%. Новая локация Мортиум. То самое зимнее место, которое никак не могли исследовать. Там восседает Дракула и его приспешники. Финальная локация. А также тут будут появляться рифты, которые нужно закрывать для перезарядки финальных ультов, но об этом поподробнее. Рифты. Много было домыслов, что они будут собой представлять, а размытый порой текст из дневников вселял не совсем верные ожидания. По итогу рифты — это не данжи, а местное серверное событие. И все, что там рандомно будет генериться, это какой-то босс появится при срыве ритуала. А боссы эти, да, буквально копии уже побитых нами ранее владельцев Викрови. Но ради чего все это? Первое. Прокачка пассивных навыков. Так как закрывая эти рифты, ты получаешь стигийские осколки. А с их помощью как раз ты открываешь древо пассивных навыков. Второе. Фарм фамильного оружия, который надо потом нести к наковальне и крафтить из осколков целое. Покупка фамильного оружия у вендоров. В том числе это одна из причин, для чего нужно фармить эти рифты. Потому что они дают осколки, а за эти осколки, кроме пассивных навыков, ты можешь покупать у вендоров себе фамильное оружие редкого либо эпического качества. И четвертое — это перезарядка финальных ультов. Побеждаешь нашествие рифтов второй сложности 80 левела, высасываешь соки из босса и бежа восстановится. При этом сама-то ульта, у нее свой КД, это на это не влияет. Просто бежа ломается со временем при использовании, в принципе, когда ты бегаешь, дерешься с кем-то. Вот чтобы починить ее, как раз ты и это и делаешь. Признаться честно, мне такой подход как-то, ну, раздосадовал. Потому что рифты стали довольно искусственным способом задержать меня, отвлекая от напинывания боссов. Ведь все мы хотим и пушку помощнее, и пассивок горку, да вроде и логично будет от боссов отвлечься. Только способ скучный, потому что эта активность, считаю, в первую очередь для пати, да еще и даже для PvP скорее. Там она максимально раскрывается, тогда это реально бодро чувствуется, лавируя между боссом, мобами и игроками за кучу добычи. Но колупать ее самостоятельно прям прискорбно как-то было. Пассивные навыки. Вот это нам надо. Стопка приятных бонусов, которые работают все одновременно. Просто купи и все твое. Не скажу, что прям кардинально меняет геймплей или делают тебя имбой, но общий импакт сравним, наверное, с какой-нибудь 100% кровью. Ну, суммарно со всех пассивок. Так что да, полезная вещь. Правда, несмотря на свою пользу, способ их приобретения —
это опять же рифты, а рифты скучные для меня были сильно. И буду честен, на легкой и нормал сложности я просто забил на это. Уж сильно душно это было. А вот на брутали уже вынужден фармить до окоченения, потому что, с одной стороны, как бы мне в принципе интересно попробовать максимальный импакт получить со всех пассивок. Ну и в целом на брутали любая копейка влияет. Изменена система получения заклинаний. Раньше оно как было? Каждое заклинание или ульта привязывались к конкретному боссу. Теперь же, убивая боссов, получаешь очко заклинания, которое можешь использовать под открытие любого из трех скиллов или двух ульт на свое усмотрение. И разумеется, есть способ сбросить это очко и отдать в другой скилл из доступных по грейду. Так что смело бери любой, когда получишь, потом бесплатно сменишь, если понадобится. При этом нельзя одно и то же очко получать с того же босса, что убивал ранее. Так что одного босса убил, получил с него очко заклинания. Повторное убийство его тебе ничего не даст. Решение перейти на очки заклинаний оправдали тем, чтобы заказуалить прокачку для новых игроков и убрать хаос в понимании всего. Но, если честно, на практике не понял, как это что-то облегчило. Да и скорее наоборот, стало беспорядочнее как-то. Потому что в итоге это все выглядит как какие-то скачки. Так как то тебе из одного грейда дали, то из второго, то к ульте доступ, и так постоянно все скачет. В чем система и польза от такого, я в своем познании что-то не преисполнился. Безусловно, классно теперь иметь возможность при убийстве одного босса не просто получать один заложенный скилл, а прям выбрать из нескольких. А потом еще сбрасывать полученный и браться за другой по необходимости. Но чтобы это прям облегчило что-то, даже не знаю. Но если у вас мнение другое, отпишите в комментариях, послушаю хоть людей, которые поняли эту жизнь. Пассивные эффекты школ также переработали. Зачитывать не буду, вот скрины для ознакомления, или сами потом в игре почитайте. Главное, что они стали прям ощутимыми, и преимущество использования заклинаний из разных школ стало еще более полезным, а их комбинация приносит еще больше профита, чем ранее. Все пробелы переработали. Теперь любой из них отхилит на первом ударе на 5%, а не только пробел из кровавой ветки, как было раньше. Это прям хорошее изменение, так как теперь с одной стороны любой из них поможет вылечиться, а значит и брать можно любой. А то, что у них разные эффекты, помогут по-разному взглянуть на имеющийся инвул. В игре появились сложности. Легкая, нормал и брутал. Легкая, скажу сразу, даже не проходите, полностью убивает желание играть. Все настолько просто убивается, будто бы ты с читами из GTA зашел на бессмертие. Тебя, конечно, по-прежнему можно убить, но бои с боссами превращаются в настолько безобидные, что обидно в итоге мне. Нормал, это буквально нормал, ровно то, что нам давали всем на официальных серверах. Но все же я рекомендую тем, кто играл, в идеале, пойти на брутал. Брутал — это вообще рейра. По сути, разработчики взяли настройки популярных серверов, где ребята себе выкручивали дамаг и хп у боссов, чтобы по хардкору играть. И вот тут также сделали. Но это мелочь, потому что самое главное — это то, что ресурсов получаешь больше, в два раза медленнее ломается шмот, и самое главное, боссы ведут себя по-другому. Это не просто про изменение цифр, и это очень важно, потому что, к сожалению, часто в многих игровых проектах сложность собой представляет что? Ну вот теперь мобы становятся толще, они носят больше дамага, у тебя, скорее всего, еще меньше ресурсов, либо ты быстрее ломаешься, усложняют, в принципе, все, что там есть, чисто по цифрам, а это такое себе. А тут прям боссы меняются, и это очень классно, потому что ты в любом случае получишь именно другой опыт. В итоге мы что имеем? У них появляются новые фазы, новые скиллы. Они банально на 3 левела выше, чем в нормале и легкой сложности, а это порой очень сильно решает, потому что в Rising очень логичная связь в преимуществе между левелами, потому что чем больше разница, тем сложнее драться с боссом, потому что по нему сильно снижается дамаг, он сильно увеличивает свой урон по тебе, как раз из-за разности в левелах, что уже усложняет в принципе игру. В сухом остатке, даже собрав себя по максимуму из возможного, все равно будешь, как бы и ни пытался, слабее босса по цифрам примерно процентов на 20-30, чем бы это было в какой-нибудь там легкой либо нормальной сложности. Потому что все-таки в тех сложностях нам дают не просто сравняться с боссом, но и быть сильнее его. Тут такого не будет. Так что если любишь Dark Souls какой-нибудь или просто попотеть, тебе сюда. Опыт реально классный, потому что когда привычная бабка вдруг на брутальной сложности превращается в огромного вампира, это очень неожиданно и как минимум весело. У брони теперь появились 4 дополнительных подкласса. Базовая по-прежнему есть, но теперь на довольно ранней стадии у тебя появится возможность сделать упор на конкретные аспекты. Доспехи, роги или убийцы. Они повысят шанс крита с физ-атак, скорость передвижения, а также силу крита в принципе. Броня мага повысит силу магии, вероятность крита с этой магии, а также будет помогать высасывать этими заклинания хп. Броня воина. Она повысит общую физическую силу, увеличит скорость перезарядки твоих навыков, а также будет снижать дамаг, который тебе наносят.
Ну и броня здоровяка, не знаю, как ее даже назвать, потому что она такая, с одной стороны, она повышает скорость атаки оружием, что скорее для кого-нибудь дамажащего чувака подойдет, с другой стороны, она повышает общее количество здоровья и помогает высасывать ХП с навыков оружия. Это лишь базовая стартовая история, потому что в зависимости от того, на каком ты будешь уровне, будут появляться новые грейды, там уже в отдельных шмотах будут появляться дополнительные эффекты, типа там отхилс обычной атаки, там усиление и силы магии, и физической силы. На вопрос, что лучше, ответа у меня нету, потому что мне кажется, да что угодно лучше. Все они по-своему хороши, просто они больше раскрывают либо какую-нибудь историю с тем, чтобы чаще атаковать оружием, либо сильнее атаковать оружием, либо быстрее, либо отхиливаться, либо вообще на магию упор сделать. И если ты понимаешь, на что ты хочешь сделать упор, помогут его сильнее раскрыть и усилить. Обновили фамильное оружие. В основном это касается прям самого конца, потому что до левела 80-го особо ничего нового не почувствуешь. Но потом, выбив легендарную версию фамильного оружия, геймплей заиграет другими красками. Другой вопрос, что это стало плюшкой для финала в PvP. Когда в PvE к такому моменту ты с этой пушкой максимум пару боссов закроешь, если вообще уже не закрыл. А значит, возможно, ты даже его не сфармишь, так как говорил, после финального босса PvEшнику в игре делать нечего. Но если PvP, да, еще повисишь. Еще важный момент, изменили частоту выпадения фамильного оружия. Раньше его фарм сводился к чему? Ты убиваешь боссов, оттуда, как правило, и выпадали вот эти вот самые осколки. Сейчас история такая. Редкое, то бишь синее оружие, выпадает ощутимо реже с боссов, но чаще с рифтов 57+, левела в Мортиуме. Эпическое, оно же фиолетовое, выпадает с рифтов второго типа, с уровнями 80+. Легендарный, он же рыжий, выпадает там же, но очень сильно реже. Однако не забывай, что их также можно получить, покупая у вендоров-вампиров. Вот у этого, например, редкий, а у этого эпический, плюс легендарка может выпасть, если рандом сжалится. Кстати, фамильное оружие можно улучшать, но это касается только редкого стартового. Получив первое редкое оружие 20 уровня, не обязательно теперь его выкидывать после открытия нового грейда обычного оружия. Теперь можно новые пушки скармливать ему, поднимая уровень и соответственно дамаг с пушки до 23 левела, а потом и до 26 левела. Собственно, 26 левел — это потолок, а затем уже эпические пойдут, и уже ими ты как раз полностью сменишь текущее оружие. А потом, может, и до легендарок доберешься. Вендоры-вампиры. Ранее у нас были только обычные вендоры, к которым нужно было приходить лишь в форме человека, которая открывалась на 40-м примерно левеле, после убийства Бэйна. Сейчас уже в стартовой локации есть вендоры-разбойники, а потом и вендоры-вампиры. Им пофигу, кто ты, важны лишь деньги, поэтому приходи как хочешь и покупай, что требуется. Покупки совершаются по-прежнему за монетки, которые будешь фармить в локациях с мобов, а также после открытия станка на 60-м левеле. Также монетки будут валяться во всяких сундуках, во всех локациях, где ты будешь пытаться найти боссов, какие-то ресурсы и так далее. Обязательно пользуйтесь вендорами, потому что они очень сильно облегчают фарм редких ресурсов, свитков и так далее. Ну а про финальных вендоров-вампиров я уже говорил. Они стали надежным проводником в мир фамильного оружия за стигийские осколки. Насыпали новых боссов. Из интересных в мое сердечко попал рыбак. А все потому, что он реально может дать леща. Классный босс, классные механики, не классно бегать от его самонов. Также Саймон Бельмонт, что плетью орудует и даст финальную версию плети открыть. Ну и в целом, как бы, Бельмонт и Кастельвания прикольно. Как и говорил уже ранее, советую Кастельванию посмотреть. История интересная. А так еще появилось 4 новых босса, из которых 3 это генералы Дракулы, ну и один это сам Дракула. Легендарная бижутерия и осколки души. Раньше на финальной стадии оставалось добить 3 босса, каждый из которых давал по шарду, то бишь душе, которую, отнеся в замок, можно было использовать для получения бафов. С одной стороны, это чутка в PvE тебя поднимало, с другой стороны, это была причина для PvP, а точнее для рейдов замков, ибо эти души были по одной штуке на сервер. Теперь таких шарда не 3, а 4, но их превратили в амулеты, которые кроме статов интересных дают еще и ульту. Ульта мощная, и владеть теперь этими душами стало значительно интереснее, потому что пропала прям нужда держать их в замке. Они перестали быть пассивными. По-прежнему ты, конечно, можешь их оставить в строениях замка, не вытаскивая оттуда, но их преимущество получить теперь только если ты наденешь его в формате амулета. При этом рано или поздно его придется чинить. А починить его можно будет только засосав босса, который появляется из рифта второго нашествия, где мобы 80+. Караваны. Собственно, способ получать ресурсы из других локаций прямо на дорогах. Встретил, сломал, залутал. В целом, прикольная деталь для общего ощущения мира. Прям, чтоб существенно влияло на фарм, не скажу. По мне, по-прежнему проще лутать конкретные точки на карте, где есть те же сундуки. Но мелочь приятна. Новое оружие, плеть и лук. Лук имба, плеть имба. Почти всю игру на луке отгонял.
а плеть помогала рывком выбираться из-под лещей. У Лука хороший дамаг, стакает баф фокуса, который усиливает дамаг с Q, веера с отталкиванием, что часто спасало от толпы, и Ешки, хороший дамаг в одну цель. А плеть за счет рывка с Q помогает быть чуть более мобильным. Ну а контроль с Ешки как в PvP, так и в PvE очень удобен. Также переработали арбалет. Теперь он может давать ускорение для атак до 21%, что само по себе дает возможности его комбинации с другими орудиями в более позитивном, более эффективном ключе. Появились улучшенные версии станков. Кроме того, что они занимают больше места и дают доступ к банально более высокому тиру ресурсов, пожалуй, самое главное – ускорение производства в 10 раз, что, мягко говоря, приятно. Форма паука. Скорее в PvP польза, а прятаться от мобов в PvE очень редко приходится, если вообще приходится. Кастомизация. Я не то чтобы фанат, но всем любителям перекрашивать шмотки добро пожаловать. Правда, тут формат урезанный, так как тебе предлагают выбрать из уже готового набора цветовых схем. Их немало, но как будто для любителей внешек этого как-то немного, а тем, кто я, и без этого нормально. Я вон вообще в полученном с DLC костюме Алукарда бегал всю игру, которую в принципе не закастомить. Но мне и так норм. Подкрутили свет и графон. Думаю, это наверняка заметят те, кто уже играл, а те, кто впервые, просто поверьте на слово, Вардаран похорошел при Дракуле. Подкрутили поддержку геймпада. Я этому обрадовался, когда услышал, но попытавшись освоить, честно говоря, через часок уже пересел на клавомышь. Так как я ПК-боярин, который на геймпаде только в слэшеры играл. Для меня в Rising динамика боя слишком затрудняет контроль через геймпад, а тратить время на освоение как-то очень не хотелось. Появился навигатор, то бишь теперь не просто эта точка на карте, когда ты назначаешь, куда тебе идти, а у тебя прям появляется дорога, как до нее добраться. Вроде мелочь, но это очень удобно, потому что раньше ты ставишь точку, ты понимаешь примерное направление, какое количество условно метров тебе идти, но дорожка не прокладывается, и порой, особенно когда ты убегаешь в PvP от кого-то, либо просто пытаешься быстрее добраться до точки, постоянно открываешь карту, как быстрее пройти, как короче пройти и так далее. А тут у тебя всегда есть точно не тупиковый путь движения. Ресурсы для крафта можно отслеживать прямо из станка. Раньше это как было? Зашел, посмотрел сколько и какие ресурсы надо, запомнил или даже записал, затем пошел в локацию, где они есть. А держать постоянно в голове количество ресурсов, сколько их надо, ну такое. Теперь же подошел к станку, выбрал шмотку, жмакнул пробел и с окном задач пошел фармить. Это банально удобно, потому что у тебя теперь перед глазами есть все, что нужно, для концентрации только на фарме. После зелья остается стеклянная колба. Решение максимально логичное, ведь мы же ранее ее наполнили зельем или кровью слуги, но после питья она пропадала. Теперь у нас после приема зелья остается пустой бутыль, который можно юзать дополнительно. Соответственно, потом его крафтить, тратя стекло, не придется. Профильные шкафы и сундуки под ресурсы. Ранее все упиралось в один и тот же шкаф с использованием высокоуровневых ресурсов. Теперь же под все основные ресурсы есть свои отдельные шкафы. Да, в них можно будет класть только вещи определенной категории, а не все. Но зато это удобная фильтрация с одной стороны, и самое главное, их по итогу проще скрафтить. Поскольку второй ресурс, он напрямую связан с сутью шкафа, при этом грейд ресурса довольно низкий. Да и вообще, это банально, визуально классно, и сразу по шкафу понятно, чего туда напихано, особенно под конец, когда ресурсов тонна, а шкафы все одинаковые, сложновато становится. То же самое, кстати, касается брони, оружия и магических приколов, кольца, амулеты, драгоценности для апа-скиллов. Всему теперь найдется свое место. Музыкальная шкатулка. Я в целом очень доволен музыкой в игре, и такая вещь мне пришлась по вкусу. На стулья и диваны можно сесть, наконец-то. Скуфы оценят, когда после танков можно пойти в свой вампирский дом и усесться где захочешь. Потому что в игре тонны декора, на которые по идее хотелось бы сесть, но раньше нельзя было этого делать. Манекены. Хорошая вещь, потому что порой хотелось опробовать действие скиллов или оружия, а для этого только мобов да ищи. А тут всегда в замке, не отходя от кассы, можно оценить возможность способностей и даже цифры посмотреть, если тебе они важны. Подытожим. Список, как видишь, внушительный. Игра стала куда удобнее, приятнее визуально и интереснее с точки зрения фарма и возможности развития персонажа. Очень много классных решений, которые, кажется, сделали жизнь новичка лучше, да и старичку. Также наконец-то произошло мое полное принятие, что проблема реиграбельности проекта не решится, так как все упирается в сервера. То бишь количество людей в них обычно больше 60 нельзя. Насколько их в онлайне хватает, ну и частота обновления контента, которая довольно низкая и ситуация вряд ли поменяется. А играя в одного, да и не в одного тоже, в принципе контента, который бы заставлял тебя вернуться, его по сути-то и нет.
Поэтому и оставаться, как и возвращаться, пока новое обновление не появится, смысла особо-то нету. Да и будем честны, моя главная проблема, я постоянно оглядывался на Battle Ride и ждал зачем-то от этой игры опять Battle Ride, что как минимум неуместно. Эта игра другая, и это неплохо, ведь она сама по себе хороша и приятно играется в большинстве своем. Кто-нибудь может мне резонно предъявить, о какой реиграбельности речь, если в PvP типа ты не играешь? А ведь она и составляет важную часть реиграбельности в этой игре. Но в моем мире PvP живет бодро лишь на небольшом наборе профильных серверов, где настройки к серверу не общеофициальные, а строго заточены под то, чтобы не дуб пилил полдня на крафт или ремонт шмотки, тратя время, а вошел в игру, добрался до сходки и месился вдоволь. Но это уже не тот Verizon, который подразумевали разработчики. Это уже мододельство. А если играешь не на базе, а на том, что сам накрутил на серверах, ну, как бы такое. Это неплохо, не хорошо, это просто не мое. Что касается PvE, по мне сделали два важных шага, где один действительно помог добавить условные реиграбельности в игру. Добавление сложностей, потому что брутальный уровень настолько отличается геймплейно от легкой и нормала, что прям хочется пройти отдельно. А другой шаг, в попытках добавить часов игры, скорее искусственно растянул, за счет нужды еще больше фармить, чем раньше. Речь, разумеется, про рифты. И это грустно, потому что когда очень важная часть прокачки завязывается на подобной активности нудной, а альтернативы получить столько ресурсов для пассивок и оружия нет, прискорбно. В сухом остатке релиз дал игру точно лучше и интереснее, чем был на раннем доступе. Пофигу на минусы, плюсы, главное, что игра по-прежнему прекрасно играется, дает ощущение вызова в битвах с боссом, а также радует глаз и слух. А собственно, что вообще еще надо? Если сейчас смотришь это видео для того, чтобы решить, играть там, не играть в игру, лучше мои рассуждения вообще не слушай. Большинство из вас найдут, чем себя здесь занять. Хоть игроков бей, хоть боссов, хоть условный Майнкрафт себе устрой с отстройкой замков, садов и так далее. На этом все, и до встречи, дружище!